Мобильная фотография. На самом деле, наверное, сейчас все знают, что это, и я очень долго ломала голову, что же такого рассказать. Наверное, я просто расскажу свои впечатления, что это и как это работает для меня. И вот я снимаю в основном этот телефон. Это вообще iPhone 4S, такой олдскульчик у меня. Я не фотограф, я просто фотографирую то, что я вижу, то, что мне нравится. Это вот лайфстайл мой. И я на самом деле получаю от этого кайф, еще двойной кайф я получаю, когда это нравится людям, ты понимаешь, что кому-то на это не все равно, и это на самом деле очень клево, что какая-то вот эта маленькая коробочка передает, вот, я живу сейчас в другом городе, моя мама смотрит меня через Инстаграм, мои друзья смотрят меня через Инстаграм, и они просто видят то, чем я живу, то, чем я дышу, и это вот просто благодаря той самой мобильной фотографии. Мобильная фотография для меня удобна тем, что я могу передать, что происходит сейчас, в данный момент. Когда достал телефон, сделал фотографию, передал все, что случилось. Идешь на работу утром, выходишь и видишь, что весь город в тумане. Но ты же не побежишь домой за фотоаппаратом, чтобы быстрее это все сфотографировать. Я, например, не раз слегка опаздывала на работу для того, чтобы куда-нибудь зайти двориком и сфотографировать, что там как видно. А я расскажу вам некоторые секретики, что уж там. У меня есть несколько объективов для телефона, да, может быть, кто-то не знает. Я заказала себе треногу на eBay, у меня будет такая маленькая тренога для телефона. А еще я снимаю не просто на телефон, не просто на обычную камеру, я снимаю через специальную программу. Если интересно, эта программа называется Camera Plus, в принципе, очень клевая программа. Для успешной фотографии, в принципе, не нужно какую-то супертехнику, какое-то, я не знаю, наличие вспышки, объективов, полноматричного фотоаппарата. Нужно правильно работать с тем, что у тебя есть. Нужно поймать хороший свет, поймать хорошую композицию, и, в принципе, все. Больше абсолютно ничего не нужно, и это, по-моему, очень клево, это настоящее, не знаю, это будущее. Телефоны сейчас могут очень многое практически на сравнении с камерами. Это дает каждому возможность быть творцом, показывать, что его окружает, что он видит, как он чувствует и передает через себя мир. По-моему, это the best.